Курорты Карачаево-Черкесии возвращаются к привычной жизни. Туристы со всех уголков страны устремились в горы, чтобы успеть насладиться природой в летнее время. Оно в Архызе особенно привлекательно. Озера, альпийские луга, удивительные тропы влекут за собой туристов. Светлана Казиева убедилась, что Архыз прекрасен в любое время года, и даже лыжи летом особенные. Летние лыжи Архыза – это лошадь. Именно летом туристам открываются увлекательные конные маршруты по горам Карачаево-Черкесии. Непродолжительные для таких неопытных, как я, и многодневные до Красной Поляны. Поклонники экотуризма приехали в Архыз со всей России. Эти парни выбрали чистый воздух, сочную зелень и яркое солнце. В Архыз они добирались пешком. Несколько дней по горным тропам к курортному поселку «Романтик». Мы идем шестой день из Архыза через водопады, через перевалы. Сегодня прошли километров 12-13, еще 8 пройдем и ляжем спать в палатке. Пейзажи просто чудесные. Идем, радуемся все, устаем. Но все равно серотонин поступает в мозг, и мы счастливы. Альпийские луга, Ланское городище – самые древние христианские храмы на территории России. А еще крупнейшая астрофизическая обсерватория Российской академии наук с самым большим телескопом в стране. Ну и, конечно, красивые виды зеленых гор со снежными вершинами. Архыз настолько многоликий, что одного дня отдыха здесь точно не хватит. И где же переночевать, если ты не готов к романтике палаточных городков? Для любителей комфорта в Архызе построены гостиницы со звездами. Одна ярче другой. Добро пожаловать в Архыз. Наш пятизвездочный отель был открыт в декабре 2018 года. Это второй летний сезон. В нашей гостинице 89 номеров разных категорий. Также на территории комплекса есть два комфортабельных шале для тех, кто хочет жить приватно. Я очень надеюсь, что этим летом все успеют отдохнуть и посетить наш комплекс для того, чтобы насладиться горами. Отель очень крутой, хоть я только вчера сюда и приехал. Оценивают отели по пятибалльной шкале 5 звезд, 4, 3, 2, 1. А я оцениваю по 88 звезд. И я ставлю высшую оценку – 88. Богатство Архыза – горы, солнце, воздух, вкусные хычины и шашлыки – это вершина айсберга. Приятного аппетита! А из глубины веков вытекают чистейшие ледниковые воды. Из заповедного леса горная вода мчится во все уголки России. А это та самая вода Архыз. Ее добывают на курорте и прямо здесь разливают. Природная, кристально чистая и такая полезная. Экологически чистую воду любят и лошади, поэтому они выносливы и исполняют любые капризы туристов. На вершину горы лошадь поднимается за полтора часа, но какой русский не любит быструю езду? И для таких скоростных вместо коней канатные дороги. И эта кабинка на гору поднимет за 10 минут. И все-таки на лошади интереснее, потому что с тобой романтичный друг из поселка «Романтик». Светлана Казиева, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз.